Всем привет, я Мария Виноградова, занимаюсь консалтингом в области маркетинга и продаж. В фитнесе я уже более 10 лет и успела запустить более 38 фитнес-объектов по всей России. Выгода от использования CRM с мессенджерами. Первое – это, конечно же, эффективное управление коммуникацией. CRM-система позволяет централизованно управлять всеми диалогами и запросами, поступающими через различные мессенджеры. Это избавляет от необходимости переключаться между разными платформами и помогает обеспечить своевременное и качественное обслуживание клиентов, так как все находится в одном окне и автоматически происходит сохранение переписки. Второе. Это отслеживание зависших и неотвеченных диалогов. Одной из ключевых проблем в общении через мессенджеры является возможность потери диалогов или забытия на них отреагировать. CRM-система помогает легко выявить зависшие диалоги и неотвеченные запросы, что способствует более надежной коммуникации и предоставлению высококачественного обслуживания. Третье – это уведомления и оповещения. CRM может отправлять уведомления и оповещения через мессенджеры. Например, клиент может получать информацию о скидках или другие спецпредложения. Четвертое, тоже не менее важное, это, конечно же, коммуникация с клиентом. В среднем в день менеджер успевает делать 50-100 звонков, и из них только 20-30% дозвонов. Общение через мессенджеры – наиболее эффективный способ связи с клиентом в случае недозвона. А на слайде вы можете увидеть статистику по отправленным сообщениям. Оформление мессенджеров. ВК. Информация, которая должна быть заполнена в группе ВК. Верхний баннер с оффером. Аватарка, то есть логотип, и информация о товарах. Информация, которая должна быть заполнена в группе ВК. Добавлены фотографии зала, тренеров, выделены конкурентные преимущества и заполнены контактные данные. Оформление мессенджеров WhatsApp. Информация, которая должна быть заполнена. Привлекающий логотип, описание клуба, часы работы, ссылки на другие соцсети и, конечно же, настроен автоответчик. Также следует подключить WhatsApp Business, чтобы снизить риск блокировки аккаунта и расширить возможности мессенджера. Оформление мессенджера в Telegram. Информация, которая должна быть заполнена. Привлекающий логотип, описание клуба, часы работы, ссылка на сайт. Продавайте больше с мессенджерами и 1С Fitness. Новый канал продаж помогает привлечь больше клиентов и увеличить доход. Интеграция позволяет получать сообщения от клиентов, которые написали вам в мессенджеры, и продолжить общение прямо из 1С Fitness. Автоматизация создания и обработки обращений. Обращения из мессенджеров выгружаются в 1С Fitness. В заявке прикрепляется канал привлечения, заполняются поля с информацией, которая пригодится в общении с потенциальным клиентом. Все сообщения сразу же отобразятся в 1С Fitness. Что делать с заявкой? Первое. Принять, если это новый клиент. Второе. Привязать к существующей сделке, если это действующий клиент. Ну и третье. Отклонить, если это спам или нецелевой запрос. Ну и, конечно же, делюсь с тобой шаблонами своих рассылок в мессенджеров, для того, чтобы тебе было проще работать с клиентами. Оставление заявки на сайте, 14 дней до окончания абонемента, отсутствие продления членства более 20 дней, если вдруг клиент перестал брать трубку и не отвечает, ну или не посещение клуба более 30 дней.